Это Ангелина. Мы начинаем новую игру. Rusty Lake Paradise. Paradise. Вот, это что-то там рай. Продолжаем Rusty Lake. Представляет. Мужчинка плывет. Я помню день, когда вернулся на райский остров. Остров, на котором жила моя семья. С тех пор, как я получил известие о смерти моей матери, туманные воспоминания детства начали проясняться. С первого взгляда на остров я ощутил присутствие матери. Сложно забыть источник стольких воспоминаний. Казнь первая. Вода превращается в кровь. Да, вот она превратилась. Так, это нам надо открыть чем-то. Это нам надо срезать чем-то. Ему надо деньги, ну или что-то такое. Водка, водки. Ага, ага. Оп, оп. Все вот такие загадки были. Мой дорогой сын Яков. С сожалением сообщаю о безвременной кончине твоей матушки. Пожалуйста, возвращайся на райский остров. Ты нужен нам здесь. Твой отец. Апрель, 22 апреля 1796 года. Вот. Ну ладно. Так, значит, там мы были. О. Тебе нужен бамбук. Ты хочешь себе бамбук. Хорошо, будет тебе бамбук. Держи бамбук. А, ты хочешь рыбу половить. И тебе нужен червячок. Червячок, наверное, здесь. Червячок. А этого нам не надо? Ну ладно. Червячок. Держи червячка. Только себя не зацепи. О, ты что там, крокодила поймал, что ли? Креветка. Ему нужна креветка. Да подожди, креветка. На. Спасибо. Вот, достижение. О, папка, у тебя тут червяки из носа вываливаются. Явки. Ты пить хочешь? Ты хочешь пить. Хорошо. Здесь можно попить крови. А дай, пожалуйста, ведро. Хорошо, хорошо, хорошо. Пойдемте дальше. Посмотрим, что у нас тут. Так, сюда вот надо, вот, показывают то, что вот это. Оп. Ага, нам надо, то есть, до сюда, да? Нам надо пиявок. Креветка. Вот пиявка, отдай пиявку. Мой дорогой сын, я так хочу пить. Пойти. Так, вот семья. Моя сестренка Элизабет. Моя бабушка Маргарет. Мой братишка Дэвид. А вот этот. Мой дядя Джерард. Это я 15 лет назад. Моя бедная матушка Каролина. Мой отец Николас. Ну, это семья. Фото семьи. Что случилось с моей матерью? А, не знаю, брат. Что-то с ней случилось. Кувшин. Я только здесь? Хорошо. А вот ему пить отсюда надо? Еще две надо. Так, допустим, кувшин поставим. Льем. Заберем. Оп, оп. Ага, ему, значит, оттуда можно. О, отдай. Отдай. Отдай.
Райский остров... Райский остров страдает с тех пор, как умерла твоя матушка. Она молилась о твоем возвращении. Умоляю, сын, помоги нам. Да помогу я вам, только скажите, чем? Я не понимаю, чем. У меня там, короче, машинка стирает. Она, наверное, сейчас с ума сходит. Так, кувшин-то у меня остался. Я, значит, могу козе налить, попить. Коза хочет... Ой, ну, кстати, нам сюда все равно надо, потому что у нас вот здесь вот... Вот, и еще одну надо. Хорошо. Хорошо. Как вернуться обратно-то? Вот. Стоять. Ай, съела, да, язык? Пиявка. Какая пиявка просто. Пиявочная. Оп. Ключик. А чего, в смысле? А чего ключик? Paradise has been suffering since your mother died. Ключик. А чего ключик? Приятно видеть своего внука, сожалею о смерти твоей матери. Ну ладно, бабка, не сожалей. Куда нам ключ? Сколько лет, сколько зим, брат? Так это-то да... Нужен? Нет? А куда нам ключ? Может, тебя еще раз напоить? Нет. Папке отдать. Good to see you, grandson. Да я поняла. Хочешь попить? Been a while, brother. Нет. А где нам ключ надо применить? Я что-то не видала. Что нам где-то нужно применить ключ? Типа здесь все окей. Paradise has been suffering since your mother died. She prayed for your return. Please, help us, son. Куда нам ключ? А! Господи. Принеси мне воспоминания к озеру. И озеро перестанет истекать кровью. Это так работает. На самом деле это так не работает. Ага, у нас тут селя, птица, олень, заяц и еще одна птица. Это тех, которых мы убили, короче. Прими нашу жертву и надели нас просветлением. Спасибо. А вот сюда это вставляется, как я понимаю. Оп. Ага. Казнь вторая. Лягушки. Лягушки. Ничего не скажешь? О. Отдай. Ты дурак, что ли? Ну ты вообще дурной. Я в шоке. И что мне делать надо? Не поняла. А-а-а.
смысле? Ну, сюда, потом сюда, куда, 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 туда, сюда, сюда. Не понял. Все же нормально. Что такое? Окей. Давайте по-другому сделаем. А что не так-то? Я не понимаю. Да, сюда. Опустим сюда, 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 сюда. Да. Всё. Куда? Непонятно. Что это такое? Сюда. Допустим. Сюда. Мне звонят. Так, продолжаем мы с вами. Продолжаем. Прыгаем сюда. У нас есть здесь, здесь, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда. Сюда, допустим. Сюда, сюда. А, я должна напрямик типа выйти. Я думаю, чисто все. Но здесь тогда сюда. Сюда, сюда. Нет, нифига не сюда. И до сюда я не допрыгну. Ну ладно. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. А, сюда, сюда, сюда. И сюда. Окей. Да ё-моё, много там еще. Сюда, сюда. Потом. Сюда или сюда? Дайте сюда. Сюда. Сюда, 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 сюда и сюда. О, последнее, как я понимаю. Нам надо туда. Все, лягушка. Лягушка. Лягушка, лягушка. Пойдемте дальше. Да вы что, прикалываете, что ли? Все, ну-ка, отдай лягушку. Эту лягушку. Да. Ай. На-на-на. О, лягушка. Лягушку дай. Хорошо вновь ощущать твое присутствие, брат. Трубку вытащить тебе надо. А, типа, правильно надо? Лягушка. Дровишки. Здесь есть ли... О, лягушки. Отдайте лягушек, а. Так, это значит сюда. Это значит... Да. Блин, все бы такие загадки были легкие на самом деле. Вы согласны со мной? Ну, типа, почти что вообще ничего не думаешь. Свеча. Миска. Бабушке нужны лягушки. 4 штуки. 1, 2.
Сейчас, бабушка. Ой, туда иду. Сейчас, бабушка, подожди. Не нужна была дудочка? Забери свою дудочку. Короче, я тут разговаривала с кем? Не пойму. Ну, я много уже так сделала, я полсерии прошла. А это я отвлеклась. Ну что, мне рассказывать, что где теперь было? Или как? Или сами пройдете, если интересно будет. Ну просто здесь я его подстригла, я не помню, на каком моменте мы остановились. Здесь подстригла, потом собрала луковицы, здесь сделала эти вазы, сюда луковицы эти посадила, у меня выросли цветочки. Цветочки я посадила, короче, вот сюда вазу. Вот сюда вот вазу я посадила, у меня тут куб вот этот вышел, здесь, короче, мужик сидел, он говорит, у меня сахар, короче, низкий. Я ему дала меду, вот, ну, собрала тут березовый сок, дала меду, и он, короче, превратился в личинку. Может быть, кстати, вот так сделать. Вот, представляете, это ужасно. Ну, я в краткости вам все рассказала, как бы. Вот. А, и как я туда проход открыла, я дерево срубила, там было. Ну, как бы я просто дерево срубила. Вот. И теперь идем, получается, сюда. Блин, ну, конечно, это ужасно. Ну, ладно, зато будет больше времени на другие. Да, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. The fourth plague. Так, казнь четвертая. Мухи. Четвертая казнь. Мухи. Хорошо, мухи это мухи. Птичка. Бежит, 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 бежит. Бежит, 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 бежит. Стаденькая такая. Ладно, переставай бегать. Что бегать-то? Здесь тоже ничего нету. Ой-то подожди. Может там еще что-то есть. Нет, тут ничего нет. Ну хорошо, пойдемте дальше тогда. Сюда пойдемте. Теперь здесь яма какая-то. Кролик, кролик. Животное, кролик. Блин. Я понимаю, что его надо будет убить. Понимаю, прекрасно. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда и сюда. Сюда. Подождите, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Нет, подождите, это сам последнюю очередь надо. Это сюда. Не страх ослепил меня. А что тебя ослепило? Пришел как конь. Я честно говорю, пришел как конь. Так. Значит, сюда. Бу. Я помню, на сирене забыла включить. Я объяснила потом. Нет.
Так, значит, что? А что надо сделать? А, крабику надо, короче, пойти. Ой, крабик умер. А как понять? А как это? Так надо. Оп. Хорошо. Ух ты. Так, значит, нам надо пойти сюда. Нам надо обойти, да, как-то. Нам надо будет вот сюда вот эту вот привезти. Значит, потом нам надо будет тогда пойти вот это вот сюда вот. Это вот сюда. И судник, что-то там. Вот он. Так вот. А у меня еще одна такая есть. А чем мне еще одна такая? Пошел, да пошел. Зачем мне еще одна такая? Их можно просто друг за другом? Попробуем так. Да, можно их друг за другом просто поставить. Нам надо вот сюда. Это значит, вот сюда вот можно поставить. Это что? Это куда? Это нам надо? Получается, туда вниз. Это вот сюда. Это вот сюда. Это получается тоже вот. Это легко, кстати. Ой. Это, кстати, легко, только надо рассчитывать. Ну, миллиметрики маленькие. Оп. Все. Вот это да. Вот это да, конечно. Вот это вот да. Нам надо, получается, где-то вот здесь вот так пройти. Да? Значит, вот это вот сюда вот. Уберись. Это вот сюда вот. Это где-то вот сюда вот. И сюда вот. А это куда? А, у меня таких две плечи. Тогда мы сделаем вот так вот. Раз. Туда. Это вот тут. Да. Это вот тут вот. Получится так у меня? Ну, просто только так. Ой-ой-ой, нет. Промазала. Вот из-за этого. Поближе мне. Попробуем еще раз посмотрим. Что, как, где. Сюда. Оп! Конечно, все. О, ура, наконец-то. Так, здесь мужик. Сейчас я заберу. Так, червячок у него. Чего? Я не увидела, у меня тут надпись другая. Сказал. Ну повтори. Ну и не повтори. И здесь нам ничего не надо. О, палочка. Так, смотрите, у нас есть червяк, у нас есть лопата, у нас есть для костра и свеча есть. А, значит, для костра сюда, свеча значит сюда. Что сюда надо? Червяка? Морковка. Спасибо. Это для кролика.
Мне звонят, мне сегодня целый день названивают, это ужасно. Я на этот, на звонки. Так, значит, кролику мы отдадим, вот. А что мне с кроликом теперь делать? Мне просто их всех вызволить надо или что? Я просто не понимаю. А, мы еще сюда не ходили. Здесь целый этот. Ух, нифига себе. Видали, да? Куда-то полетело-то. Сюда надо сердце. Сердце сюда надо, значит. Окей. Допустим. Бежи. А. Так вот. Вот так вот. Беги! Юк. Значит, что бежит. Блин. Вот это, конечно, на самом деле жестоко. Блин, жалко реально птичку, зайчика. Сейчас будет жалко мне очень. Блин. Ну ладно. Блин, жалко. А, у меня еще там этот. Вот здесь. Блин, на самом деле животных всегда жалко. Очень сильно жалко. Солнышко вышло на улицу. Ну. Да, спасибо. Я еще есть хочу. Вот. Ну ладно. Куда нам сюда ведь, да? Да. Раз. Оп. Два. Оп. Ну, кстати, это вот легкие такие, кстати. Не скажу, что прям надо вообще сидеть, прям задумываться. Бриллиант. Бриллиант нам надо поместить вот сюда. Вот. Пойдемте сюда наверх. Ага. Дай. Мне необходимо ее воспоминание. Мне нужно найти. О, очень нужно найти. Не понятно. Славный день, озеро наступит. Что ты закрываешься? Ты дурак? Куда? Один встретит смерть. Отстань. Другой достигнет просветления. Просветление. Избранный. Эликсир жизни и смерти. Что, короче, какой-то. Излечение воспоминаний. Голодный призрак. Сбалансируй субстанцию твоих прошлых жизней. Иру, не переживай. Наши воспоминания принадлежат озеру. Избранный. Избранный, значит, избранный. Блин, а... Это где-то, наверное, здесь, да, было написано? С — это один. Так, подождите. Давайте начну записывать. С — это один. Это мое. С — это... И... ручки не открывается. S равно 1. Блин, холодно. У меня руки замерзли. S1 получается треугольник. Это 3. Треугольник. Это 3. Это 3, значит, вот эта вот штука, круг. Перечеркнутый. Это 8. Это вот... Ой, подожди, там что-то было. Нет. Значит, это 10. Тоже треугольник перечеркнутый. Это 10. И все, да? Хорошо, допустим. Так, S это 1. Треугольник такой, а это 3. Получается, это 10. Перечеркнутый круг, это 8. Тебя сейчас убьют, мужик, короче. Ты да выпендривался. Что это там тебе было надо найти? Вот ты и нашел, короче. Твою смерть. Ты нашел свою смерть.
Да. Спасибо. Однажды ты познаешь истину сущности жертв. Познаю, значит, когда-нибудь. Это вот мне не нравится выходить долго до туда и идти. Вот это вот так, вот эти вот. Ой, да, конечно. Так. Все. Оп. Здесь было. Ну, получается, сколько у нас? Раз, два, три, еще. Четыре. Так, корова. The fifth plague. Казнь. Пятая. Морск. Скота. Так, листочек. Прибираем. О. Это значит, надо совместить, типа. А, кстати, нет такого. А как отменить? Ой. А как понять? А чё, как? В смысле? Это как это? Я не понимаю. Это как это? Это вот это вот. Потом вот это вот. Потом... Вот это? Нет. А, наверное, оранжевый. Нет, представляете? Вы представляете? Нет. Ладно. Допустим. Давайте. А если другой взять вот так, например? Это... Вот это. Нет? А как понять тогда? Вот это. Нет. Как понять эту... Вот эту, короче. Кто не понимает? Я не понимаю. Это, допустим, вот это. Это не дает мне. Это, вот это. Нет. Это, вот это. Но дает мне вот эту и вот эту. Не дает. Не дает. Оно мне ничего. Так, подожди, ой. Хорошо, если так взять, то вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я не понимаю, как из этого взять вот это. А потом вот это. Допустим. Так, допустим. Просто не понимаю, надо из цвета, что ли, выходить? Вот это, допустим, потом... Так-то, по идее, розовый нет. В смысле? Вот это. Синий получается, потом розовый. Да, трэш, конечно, я в шоке. О, молоко даешь. Так, ладно, хорошо, пойдем сюда. Обязательно.
замерзли. Ноги замерзли. Я думаю, вот это вот пятая казнь, и мы заканчиваем. Ага, значит, у тебя тут еще что-то. Один, два. Вон как работает. Да-да. Окей. А как обратно? Так, подождите, давайте подумаем. Если это сюда, двойку сюда взять. Это туда? Допустим, давайте вот так попробуем. Один. Один. Два. А, вот как. Это все. Так, допустим, вот один. Его надо на два. Или на три. Ой, или на четыре. Как? Нам надо, чтобы получалось. Вот сюда, потом два, потом... Инька. Нет. Да. Да. А как это? Сюда, типа, это сюда. Это сюда, допустим. Это сюда и сюда. Ужасно. Так, это получается, здесь нам надо отходить от шестерки сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Получается, это... А, нет. Это сюда? Нет. А, нам надо тогда будет... Подождите, у нас 5. Раз, два, три, 4. Подождите. Сюда, допустим. Это вот сюда, вот это сюда. Вот. Вот. Это сюда. Все, поняла. Что сделали. Подожди. У нас тут вот... Есть что-то на сковороду надо, что тебе? Мой сын всегда голоден. Поднять типа свою голову, я ее разрежу. Нож. Угу. А, бургер Расти Лейк. Ой, кушать хочу. Так, ладно. Хорошо. Да. Что такое? А здесь нам ничего не дается. Если нам здесь... А, так у нас теперь нож есть. Можем зарезать. Хорошо, пойдемте тогда к этой. Оп. Кабан. Кабан. Ладно, нам еще вот сюда, кстати, можно. Подождите, подождите, не спешите. Так, один у нас точно вот здесь будет, потому что как бы да. А, может вот так просто. А здесь два надо. Почему здесь нет? А, так. Так, нам надо один здесь. А, извини. Thank you.
вот это тяжело. Это тяжело. А если вот делать вот так вот? А, вот. Блин, что тяжелее. А их можно еще так двигать, это плохо. Это реально плохо, их можно так двигать. Допустим, они тут сюда вместим, здесь две. Здесь у нас сколько помещает? Три, да? Три у нас тогда будет. Здесь вот. Здесь четыре. А, так у нас еще и здесь ничего не сделано. Верхний-то я вообще не смотрю. А, допустим, здесь сделать? Так, два здесь. А здесь тоже два надо. Они же теперь. Так, допустим. Здесь у нас... Здесь, чтоб не было четыре. Хорошо, будет. Два здесь есть. Или это чтобы больше четырех было? Ну, тоже должно быть украшено. Чтобы было больше. А здесь один. Нет. Ну, в смысле? Каким образом? Так. Раз, два, три, четыре. Пять получается. Ну, тогда пять мы можем по-другому сделать, не так. Опять можем вот сюда поместить. Здесь единица закроется. Здесь вот эту взять. Здесь четыре получится. Надо вот эту убрать. А потом, чтобы получить три. Так, типа три. Так и здесь тоже ничего не закрыто. Как поднять бабло? Получается не три. Ой, подними. А эту куда? Я не понимаю. Допустим, это сюда. Пойди. Отдайте, пожалуйста. Мучения какие-то. О, как раз мы сейчас будем заканчивать. Этим просидели. А, это бургер, короче. Хоть не что-то свое. У меня все еще болит голова. Я хочу свой бургер. Где... Ой, подожди, там пули. Где вредно? Так, хорошо, допустим. Идем назад, идем назад. Корова. Так, у нас есть ведро с молоком. Так, хорошо, пойдемте. Не сюда. А ведро с молоком сюда. Сыр. А все надо резать?
подожди, не положил. А сегодня Наср. Так, на сковороду, значит, что ты это надо? Угу. Сыр тоже не надо. Подождите, я тогда это сфотографирую. А то как? Никак. Так. Идемте обратно нам. Да. Нам еще не нужен это. Dutch Gouda. I want my burger. Не может. Так, подождите. Что у нас там надо? Салат. Это салат. Так. Потом бекон. Сыр. Так. Бургер. Кетчуп. И кусочки огурца. Что это? Где он убежал, короче, в туалет, походу. Да, подожди. Да, он сидит в туалете. Нужна бумажка. Заканчиваем на этой серии, потому что здесь одна, еще там сколько. Что делать-то? Так. Куб. Черный куб. Забрали. Ой, подожди. Не хочет, значит. Хорошо, ладно, ничего страшного. Он нам, в принципе, уже и не нужен. Рок, что ли? Пэшу. Так, сюда. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Все, у нас получается тут немножко. Давайте выйдем. Казни. Вот. 5, 6, 8, 10. Может, что-то еще. Ну ладно. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, на ВКонтакте, на меня и на Анатолия Смирнова с ПК. Вот, так что всем удачи, всем пока!